Доброго времени уток, с вами по-прежнему Арталаски, и в этом видео я хочу рассказать про обновление сайта Unity 3D School. Если кто еще до сих пор не знает, то это отличный сайт с полезными курсами по разработке игр на Unity с нуля. Не так давно там появился и мой новый курс по созданию пиксельных игровых фонов, который, кстати, там стоит в два раза дешевле. Теперь все курсы, которые есть на сайте, можно учить онлайн, не обязательно их скачивать. Еще на сайте появился новый раздел со статьями, в котором регулярно будут размещаться полезные информативные материалы и уроки по работе в Unity. Клиенты могут отправлять запросы и просить написать на ту тему, которая их интересует больше всего. Отправить такой запрос можно через форму обратной связи прямо с главной страницы сайта. Сам сайт был полностью обновлен и стал гораздо удобнее. Появилась иерархия курсов и в целом структура обучения, шаг за шагом, с чего начать и чем закончить. Хорошо, теперь я вкратце пробегусь по самим курсам. Базовый курс Unity создан специально для новичков, которые хотят научиться создавать игры, но программы Unity видят впервые. Он состоит из 8 хорошо структурированных уроков, в которых говорят на понятном вам языке. Вы научитесь оживлять ваших персонажей, создавать игровые меню, лепить красивые локации, познакомитесь со скриптами и поймете принципы построения игровых проектов. Следующий курс посвящен программированию игр на C# в Unity. 5 подробных уроков по самым важным ключевым моментам написания скриптов в Unity 3D. Циклы, массивы, условные конструкции, методы и переменные. Со всем этим вы научитесь работать благодаря этому курсу. Заключительный углубленный курс научит вас работать со спрайтами, использовать анимации, работать с поиском путей, чтобы ваши персонажи обходили препятствия, настраивать боевую систему, имитировать поведение противников, и в конце концов вы напишете свою первую RPG-игру. Для тех, кто хочет не просто создавать игры, но еще и зарабатывать на этом деньги, создан курс по монетизации 2D игры. В нем вы узнаете, как создать магазин с внутриигровыми покупками, запускать рекламу с вознаграждением, делать платное отключение рекламы и запускать рекламные заставки после проигрыша. Ну и чтобы вы стали совсем независимым разработчиком игр, вам нужно уметь рисовать графику для своих игр. Для этой цели я записал 2 курса по созданию игровой пиксель-арт графики и конкретно по рисованию красивых пиксельных фонов. Оба курса рассчитаны на новичков, не умеющих рисовать. Также, если вы никогда не работали с Adobe Photoshop, это вообще не проблема, так как в курсах все подробно объясняется. Все, что вы увидите там, вы сможете повторить сразу после просмотра и удивиться своему результату. И на этом, пожалуй, все. Ссылка на Unity 3D School есть в описании под видео. А если оно вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайк. С вами был Арталаски. Пока!